Следующее упражнение называется «Подъем корпуса в позиции бабочки». Выполняется это упражнение лежа. Предназначено упражнение для проработки мышц брюшного пресса. Положение данного упражнения. Садимся на коврик, ноги ставим в позицию бабочки. Как можно ближе к себе. Итак, мы зафиксировали ноги, отпускаем. На вытянутых руках делаем подъем, касаемся ног. При подъеме мы делаем выдох. Итак, вдох,